Всем привет! Это канал I Like Pet, и в сегодняшнем ролике мы расскажем, как подобрать грумера для питомца. Кажется, что выбрать человека, который будет купать, чистить и приводить в порядок вашу собаку, довольно просто. Но это должен быть человек, которому вы сможете доверять, и вы должны быть уверены, что он справится с вашим питомцем. Разные породы требуют разных методов ухода за ними. Если у грумера есть опыт работы с собаками вашей породы, ему будет легче найти подход к вашему питомцу. Когда вы пойдете на прием к грумеру, вы тоже можете заметить, удобно ли грумеру работать с вашей собакой. И для него, и для собаки это очень важно найти общий язык, чтобы процедуры проходили как можно менее напряженно. Работать будет проще, если ваша собака спокойна и готова к сотрудничеству. Не все грумеры специально обучены, но это не проблема, если они проходили стажировку у профессионала. Даже если у потенциального кандидата нет соответствующего образования, многолетний опыт работы может сделать свое дело. Чтобы не потерять наш канал, жмите на кнопку «Подписаться». Не забывайте нажать на палец вверх, если видео вам понравилось. Это помогает нам делать видео, которые интересны именно вам. Наслаждайтесь просмотром. Лучше, если у вас будет возможность посмотреть, где будут приводить в порядок вашего питомца, перед тем, как назначить визит. Необходимо посмотреть на рабочее место грумера, чисто ли там, как оно оборудовано, посмотреть, как грумер взаимодействует с другими животными и, возможно, поговорить с другими клиентами. Хороший грумер должен спросить о прививках вашего питомца и, возможно, даже попросить его медицинскую карту, чтобы быть уверенным, что ваша собака ничем не заразит других животных при визите. Также грумер должен спросить о коже вашего питомца, чтобы подобрать подходящий шампунь и избежать раздражения. У каждого грумера свой подход, поэтому не ждите, что везде все будет одинаково. Важно задавать точные вопросы и при этом учитывать свои ожидания и потребности. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы представлены в соцсетях.